Юных гостей парка встречал жонглер и клоун цирка Юрия Никулина. Почетное право перерезать красную ленту предоставили создателю, генеральному директору парка Евгению Суханову и заместителю главы Анапы Людмиле Мурашовой. Мы готовились к сегодняшнему празднику. Я бы хотел поздравить вас с праздником детства, чтобы всегда в вашей жизни только счастьем светились глаза, чтобы над вами всегда было мирное небо, чтобы было больше поводов собраться всем вместе и хорошо отпраздновать, как сегодня, все дни года. От имени главы города Сергеева Сергея Павловича поздравить вас со столь знаменательным праздником. Пожелать вам больше смеха, больше улыбок, больше счастья. Будьте красивыми, веселыми, смелыми, добрыми, отзывчивыми. Всего вам хорошего. И сейчас мне доверено дать команду. Детский парк объявляется открытым. После того, как лента была перерезана, разноцветный фейерверк озарил небо. И всех гостей пригласили на праздничный концерт клуба танцевального спорта «Луна-парк». Город мечты, мечты, мой жаркий Жанель. В новом парке установлены 8 современных аттракционов, прокатиться на которых могут не только малыши, но и подростки. Представления со сказочными героями, персонажами мультфильмов Диснея будут радовать детей каждый день. В велогородке все по-взрослому. Размещены знаки, дорожная разметка, чтобы дети, играя, научились соблюдать все правила дорожного движения. Сестры Евгения и Анна Петрова отдыхают в Анапе первый раз. Из детского парка домой в Москву увезут с собой самые яркие впечатления. Сейчас я жду очередь на батут, а так мне парк все очень нравится. Я уже на гусенице вот это ездила, мне тоже очень понравилось, интересно очень. Ну, я сейчас покаталась на вот это, на батуте. Я в прошлый раз до открытия покаталась на гусенице, на этих аттракционах. Мне очень понравились, тут очень хорошо сделано и весело. Тут, я не знаю, тут отлично все. В день открытия для детей из интерната администрация парка подготовила отдельный подарок. 100 бесплатных билетов на аттракционы. А всех юных посетителей Солнечного острова угостили мороженым. Новый детский парк на Пионерском проспекте будет радовать жителей, гостей курорта все лето.